Футболист петербургского «Зенита» Марио Фернандес ускорился до 33,84 км в час, когда побежал праздновать гол в ворота московского ЦСКА в матче 7-го тура чемпионата России. Футболист санкт-петербургского «Зенита» Марио Фернандес ускорился до 33,84 км в час, когда побежал праздновать гол в ворота московского ЦСКА в матче 7-го тура чемпионата России. Об этом сообщает официальный телеграм-канал российской премьер-лиги. Напомним, вчера, 3 сентября, сине-бело-голубые вырвали ничью в матче с московскими армейцами благодаря голу бразильского защитника Дугласа Сантоса на 88-й минуте. Марио Фернандес отпраздновал ответный гол команды в ворота ЦСКА, демонстративно пробежав от скамейки запасных к углу поля. К этому моменту Фернандес уже был заменен. Он был единственным игроком гостей, кто решил присоединиться к полевым игрокам, отмечавшим взятие ворот.